Приветствую всех на своем канале. Радиоприемник ТЭФ-6686. Та же модель, которая у меня была, но с новой прошивкой. Сегодня ее прошил на последнюю прошивку. Вскрывал сам приемник. До этого даже его ни разу не вскрывал. Какую прошивку, будет в описании. Ну что ж, включаем и смотрим, что из этого получилось. Сразу приветствие совсем другое. Короткие волны. Изменения, конечно, есть. Так, антенна у меня подключена. Моя наружная антенна диполь, без усилителя. Приемник у меня тоже без ЛНА усилителя. Но вполне отлично он принимает и без всяких усилителей. Можно применять усилители антенны, если захотеть. Ну что ж, что в этой новой прошивке? Вот такое меню. Software version V2.11.1. Сейчас я на коротких волнах. AM settings. Вот. Еще не очень-то я лазил, но в принципе настроек хватает. А сейчас будет прием. Включаем. V2.11.1 прошивка. Патч V102. Шумоподавитель, красная ручка. Program на румынском языку je составляла jedna osoba, ja. Nema sumnje da su mnogi drugi sarađivali na programu, ali u stvari sve je bila ruka jedne osobe koja je imala apsolutnu moć. Niko mi ništa nije diktirao, niko ništa nije kontrolisao. Pa, propuska, to je bilo pitanje poverenja. Kako je Radio Nora održavao kontakt sa svojim slušalcima na rumunskom jeziku? Так как я его вскрывал, чтобы добраться до кнопочки boot, и увидел, что расположены, да, два динамика очень хороших. Аккумулятор хороший на 5000 мАч. Индикация аккумулятора 4,31 вольт. А njihov autor bi bio u nevolji. Пройдемся по диапазонам. Радиоантенна Сателлар на длинных волнах. Польская единка. Радиомаяки.
Теперь средние волны. Время приема 18 часов 48 минут. До заката еще 2 часа. 531 слышно. Румыния. Еще одна Румыния, а кто летает? Румыния, кто летает? Тоже Румыния, кто летает? Радио Молдова. Это хороший. Психологи считают, что к нормальной семье ближе семьи католического типа, где мужчину можно найти и на кухне. Он ходит в школу, договаривается с учителями, выполняет работу. Уровень сигнала, конечно, огромный. На машине их по всяким мероприятиям. Это без всяких усилителей. И хотя у нас норма очень сильно мутировала в сторону западной семьи со всеми проблемами. И... Prieteni, până la ora 19 vă invit să ascultați pe Maria Mancuța cu sărbătaților Bătuta și Hora. Радио Яш, Румыния. Румыния, актуалитет. Украинское радио. Ограничивают возможность оперативного распоряжения денежными средствами, так же, как и кровосчета, существующие сегодня в новостройках. Вы не можете вместе с процентами снять эти деньги. Тогда как вот в сегодняшней ситуации на рынке вы можете дождаться, когда у вас депозит закончится краткосрочный, и забрать эти деньги из банка и направить их на покупку недвижимости. То есть обычно... Еще одна радио Молдова. В этой прошивке средние волны идут все выше и выше. Очень прикольно. Насколько я понимаю, это радио Молдова, гармоника. Media Wave. Аж до 1791.
Средние волны. А теперь FM диапазон. Это короткие волны. Нижние УКВ. Нику Самаритян из Кранчеш. Больше никаких станций на этом диапазоне нет. Напоминаю, что антенна у меня одна и та же. Я ее не менял. Для длинных, для средних и коротких. И на эту же антенну сейчас будет FM прием. Антенна диполь. Без усилителя, но длинные лучи. Авто. Режим стерео. И РДС. Шумоподавитель. Фортаном от компании Доброва. Мы предлагаем фортан высокого качества, быструю доставку прямо на объект и, конечно, только приятные и привлекательные цены. 850 рублей за кубический метр. Фортан от компании Доброва. Качество, которому можно доверять. Бендеры, стерео. Ванина 6. Телефон для связи 552-45-7. Любишь работать руками? Тогда рекламное агентство ждет именно тебя. Нам требуются сборщики-монтажники, ученики сборщиков-монтажников. Думаешь, тебе не... Îmi place Ziti, e modern și tradițional în același timp. Sunt mai mult de 35 de branduri autohtone, de haine și încălțăminte. Retro. Strânși parcă într-o arcă a lui Noe, care adună în ea... Как видим, даже и Приднестровье ловит. И все кишневские станции.
Ну, рок. Даже Румынию ловит немного. Este ora 19. Ascultă știrile ori. Ce se ascunde după infinit. Înainte de orice decizie, alege să fii. Румыния International. Carissimi amici di Radio Romania Internazionale, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'attualità romena e con gli approfondimenti dedicati alle relazioni Romania-Italia. Seguiteci anche da internet su Новое радио. Haideți să ne relaxăm și să petrecem împreună cel puțin următoarea oră. Tează despre ceea ce se întâmplă în ceruri. Iar рекомендация столичных властей, напомню, действовала около недели, пока столбики термометров показывали выше 35 градусов. В городах и райцентрах пытаются сохранить деревья и клумбы. В жару и без дождей это сложно, говорили главы госадминистрации на совещании. Дорожное радио. Сток воды серьезно вырос, поэтому руководители попросили изменить лимиты. Радио 1 плюс Приднестровье. Модуль Анкаре Садисвешурат. Европа, заявил бывший помощник генсека НАТО Камиль Грант. В Старом Свете существует четкое понимание того, что Байден был последним традиционным трансатлантистом. Как отмечает Нью-Йорк Таймс, европейские лидеры полагались на президента Байдена, чтобы он провел их через самые мрачные дни на континенте за последние десятилетия. Министр обороны Великобритании Джон Хилли объявил о возобновлении партнерства с компанией, которая производит крылатые ракеты Storm Shadow, используемые на линии фронта на Украине. Он подчеркнул важность пополнения запасов для Великобритании и Украины, а также объявил о возобновлении партнерства по комплексному вооружению. Отмечается, что сотрудничество стоимостью в миллиардов фунтов стерлингов. А периода де прохибиции а пескуитului пе. Авторадио с Приднестровья. А фост Анка Анастасе. Румыника де детин им пропрока. Интер ФМ. Iar medalia de bronz va aduce sportivului 2 milioane. Bună
seara, în Superliga de fotbal astăzi. 40 laghi de acumulo e pari a circa all'80%. Вот такая прошивка. Очень неплохая. Approvvigionamento idrico per la centrale nucleare di Cernavoda. Для ТЭФа. I rappresentanti delle acque romene lanciano un appello alla popolazione affinché utilizzi l'acqua in modo razionale, dando priorità. Рекомендую всем новую прошивку. La Federcalcio romena ha annunciato la fine della collaborazione con la Federazione nazionale Eduardo